Так, ну как первый заход в речку? Понравилась водичка? Да. Вот, учитесь у смелой девочки, смотрите. Вот у Ариши учитесь, смотрите на Аришу. Все, Владюша, полоснулся. Ну как? Вчера было холоднее? Да. Я сейчас зашла, у меня струйка. Ой! Не надо! Слышь, так пошли нормально там. Станем. Будешь одеваться? Что, теперь у нас дома будет жить змея? Да. Мам, ты согласна? А чем ее кормить? Мышами. Тем же, чем и собой. Маленький ужик. Ну, кто смелый, кто еще может взять в ручки? Я боюсь. Кто? Владик хочет. Ну, дай Владу в ручки. Так аккуратно. А если укус? А, нет. Ничего страшного не будет. Будет больно, но это не смертельно. У него уж никого. Ну что, кто смелый еще, кроме дяди Димы? Я не умею. Ты видишь, видно, Ля, ты видишь, дышит. Больше и меньше становится. Ты чем видишь? Он дышит? Ля. Он хотел тебя укусить. Меняли. Какой ты красивый, ты такой маленький. Да, сейчас будет прыгать. Ты прыгать на меня будешь или на фотоаппарат? Красавчик. Смотри, он бошку что-то раздул, Саш. Ты не боишься? Что он меня плюнет? Что он прыгнет? Наши дети вернулись. Я переживу, если даже он на меня прыгнет. Лёша, ты... Мама нанизывает сардельки. О, я ж в институте наконец-то зарегистрировался. Мы написали вчера объявление на доме. Вы не обратили внимания? Мечта? Да. Днепропетровский центр. К чего там? Импульс. На туристический набор посуды. Влад, давай, посмотри, какой наборчик посудки. Смотрите, снимаем. Получается миска. Здесь набор тарелок. Приборы. Влад, ты мне загородил. Ого. Приборы и эти тарелки. Мы на тарелку. Отлично. Ура, мы за тарелку. Понравился тебе наборчик? Да. Мы сели за стол. Сейчас будем кушать. Вероника, я таких... Ручки все помыли? Да! Ты готова кушать? Камеру не ешь? Одну упускал. А где она? Вон она. А, то упускала тарелку. Ой, какой человечек забавный получился. Смотри, мам. Мама, я хочу рыбу. Да, бери, пожалуйста. Мама, а? Три блюда. Смотри. Ты все в одну кружку налил? А поскольку, мам. Кока-колу, спрайт и фанту в одну кружку? Ну и как? Нравится? Дай мне еще такой чай тоже. Мам, подожди, мне выпить. Мне кажется, это пить невозможно. Если я чуть-чуть, я чуть-чуть оставила этого. Так, Виталик с Лешей играют. Это что у вас, теннис называется? Виталя, теннис?
Давай, отбивай. Артемка, ты учишься набивать валанчик, да? Ой, молодец. О. Такая игра, вот колышек в земле, и нужно на этот колышек попасть, надеть колечки. Он сейчас пройдет, это ветер подул, наверное. Это не твоя игра.